возможности, которые вы сможете использовать для пранков, чтобы разыграть своих друзей. Нам с Викой приготовили школьные принадлежности, но вся фишка в том, что что-то из них съедобное, а что-то нет. И мы вместе с вами будем угадывать. Только вы не подумайте, что это у нас съедобный арбуз, это у нас просто пеналы. Давай, Вика, открывай. Да? Я думала, они съедобные. Открываем, смотрим, что там. Вау! Что там? У меня ластик. Ластик? У тебя, значит... И у меня ластик. Так. Как ты думаешь? Нет. Мне ничем не пахнет. У тебя пахнет. Ну-ка пробуй. Значит, у Вики съедобный. Не, мне точно. Ничего не чувствую. Как это? Кусай. Сладкий. Ну как? У Вики оказался съедобный ластик на вид вообще. Одинаковое. Ну что это? Что это на вкус? Папа, что это? Какая-то вкусняшка. Вкусно. Это вкусно зефира. Да. Это вообще, зефир? Вкус зефирки, очень вкусно. Что-то, папа, ты большое принес. Давай скорее открывай, смотреть, что тут. Бумага. Обычная. О, Вика, это... Глазки? Гуашь. Застряла. Вау. Круто. А у кого съедобный, у кого нет? Они одинаковые все вообще. Ну-ка, доставай, у тебя посмотрим. Нет, у меня, по-моему, несъедобные, потому что очень реалистичные. Показывай. У Вики такие же, смотрите. Две желтые краски. Давай, ты какой цвет? С красного попробуем? Давай красный откроем. Ну, на вид вообще идентичный, одинаковый. Я уже это пробую. Давай сначала по запаху. Дай-ка. Ой, фу, у меня съедобное. Понюхай. Это из чего? Не знаю. Ну что, давай пробовать? Я мою не буду. Или сначала порисовать? Ну, слушайте, сначала порисуй. И консистенция такая. Сначала порисуй. О, ну рисует не очень хорошо. Сейчас я попробую на вкус. Выглядит, конечно, диковато, наверное, да? Это сгущенка. Покажи свой язык. Красный? Покажи на камеру язык. Это самая вкусная краска. Покажи на камеру свой язык. Дай я попробую. Да, очень вкусно. Ты можешь вот так выпить. Можно и так выпить, да. Мне кажется, если ты устроишь это в школе, ребята будут в шоке. Сидишь за партой, вместо того, чтобы рисовать, кушаешь краску. Ну как? Это сгущенка. А почему она такая крашеная? Ну, папа, ты же ее пищевым красителем покрасил. Ну, конечно. Ну да, это красьте пищевым красителем. Здорово. Надеюсь, теперь мне что-нибудь вкусненькое попадется. Так, у меня клей. У меня клей. Одинаковый клей. Смотрим. На раз, два, три. Фу, Вики химический. Посмотрите, он у меня съедобный. Я не знаю. Папа, это что? Попробуй. Похоже на желейку. Что это он делает? Скрипит. Там птичка поселилась. Точно съедобный? Да понюхай. Попробуй. Твой. Можно кушать? Пахнет бассейном сплоченным. Не, ну фу, вот это точно химический. Вот это значит съедобный. Пробую? Да. Это желейка. А ну дай мне. Я боюсь. Пробуй. А что, из чего это? Вкусно? Оставь мне. За целый урок можно потихонечку скушать. Ну как? Класс. Ой. Что-то новенькое. О.
Карандаши. Крайола. Карандаши. Так. А у кого съедобные? Не знаю, доставай. Сейчас будем пробовать. Так, давай пробовать. Держи. Так, с виду посмотрите. Вообще не различите. Посмотрите. Они одинаковые. Одинаковые. Так классно. Я не знаю, какие. На, у меня точно несъедобные. Держи, пробуй. Надеюсь, это клубничные. Пробуй. Это из чего? Не знаю, пап, спрашивай. Дайте я тоже попробую. Я буду желтенький. Это из чего, пап? Секрет, попробуй. Ммм, как вкусно. Они вообще вкусные, но не знаю, какой это вкус. Сахарная мастика? Да. Круто, вообще. Посмотри, я кушаю. От оригинала практически не отличить. А они пишут, попробуй. Только попробуй чем-нибудь пописать. Не пишет ничего. Из-за наших слюней. Давай настоящий. У меня тут пачка молока, прям как настоящая. Открываем и смотрим. Клей. Клей? Да. Мне вообще ничем не пахнет. Давай твой. Дай открой. Мокрый. Вау, у тебя так вкусно пахнет. Какой-то лимоном пахнет. Попробуй. Он у тебя и жиденький. Это какой-то напиток. Это лимон настоящий. Это спрайт. И, ребята, если вы будете делать такой пранк, обязательно хорошо помойте баночку из-под клея. Как вы думаете, что это? Пластилин. Пластилин. О, какая легкая. Ой. Падает. Ну давай открывать. У готовы? Разные. Вау. Одинаковые. Одинаковые. Вы только посмотрите. Вообще не отличить. Они разные? Ну, что-то съедобное, нет. Что-то нет. Не, у меня пластилин, я не буду его пробовать, потому что видно, что это пластилин настоящий. У Вики съедобный. А у меня не режется. Давай, бери и кусай. Бери. Сейчас я возьму, буду не... Выглядит вообще как настоящий. Ну, скорей, пробуй. И на, это тебе. Нет, я хочу целый. Как вкусно! Не получится. А что это, папа? Секретик, угадайте. Вообще непонятно, что я первый раз такое пробую. Вкусно! Обалденные конфеты! Это какая-то конфета. Выглядит как пластилин и очень вкусно. У меня лимонная, у тебя зеленая. У тебя, наверное, яблочная. Ты... У меня бумага. У меня тоже бумага. А чё, неужели что-то съедобное? У тебя что написано? Ставь лайк. А у меня? Подпишись. Подпишись на канал Вики Шоу. Обязательно подписывайся. Вика. Ну чё, пробуем? Давай, ты кусочек кусаешь, и я. Ты свой? Я свой. Вики не повезло. Вау, я в шоке. Это реально съедобная бумага. Мне кажется, вот это самый шикарный пранк в школе. Кусай. А ну дай попробуй. Давай. Ой, чё ты как мало. Она, кстати, еще вкусная. Смотри, как надо. Папа, это съедобно написал фломастером? Конечно. А то сейчас я буду кушать фломастер. Я тоже хочу. Я в шоке. Я как дикарь, просто я в шоке, что есть съедобная бумага. Она сладкая, мягкая. Ну-ка. А еще можно вот так вот смять. Ой! Все, смотрите, она крошится. Класс! Да, не получилось. У одноклассника будет шок. Какой?
уже наелась. О, сейчас будем что-то пить. Ой. Ну-ка. Клей. У меня бурлит. Вот давай. Такой клей. Наливай. О, у меня клей. Посмотрите, мой какой белый. А у меня? А у тебя, Вик, что-то другое. А мне оставь. Это йогурт. Йогурт какой? Или кефир, попробуй. Это кефир. Вот так, вот так, смотри, как круто. Да, я тебе налью. Открой. Ребята, если будете тоже делать такой съедобный клей, обязательно хорошо помойте баночку, иначе можно отравиться. Я смотрю. Ку-ку, открывай. Плей-до. И у меня побольше. Ой. Ну, у нас цвет одинаковый. Открываем. И у кого съедобный? У меня, кажется, несъедобный. Мне просто интересно посмотреть. У тебя что, дай-ка? У Вики так же выглядит. Посмотрите. Ну, доставай. На, доставай. Чем пахнет? Плейдошкой. Точно? Значит, у меня съедобное, что ли? Сначала тоже понюхай. По виду, как тесто плейдо. На без глаз. Оно вонючее. А ну дай. Оно мое. Ой, фу, у тебя точно плейдо. Плейдо на вкус соленый. Попробуй. Ладно, я попробую за тебя. Фу. У Вики точно настоящий плейдо. А у меня, значит, что-то съедобное. Пробуем. Дай мне. Как сладко. Это что-то опять такое сахарное. Ну-ка. Оно сладкое. Я даже вот такой кусочек взяла. Да. И у меня чувствуется. Выглядит как настоящий плейдо. Круто. Помнишь, мы с тобой делали плейдо? Да, помню. Ух ты. Не знаю, как ты, я уже наелась. У меня карандаш. Я, если честно, нет. Показывай. У кого съедобное, у кого нет. Смотрите, как вы думаете, где съедобное, а где нет? Я думаю... Надо пробовать. Держи. Все съедобные. Пробуем. У меня ластик настоящий. У тебя что? Обалденно. Дай попробуем. Так мало оставила мне. Какая там какая-то жевательная конфета. Или мамба, или фрутелла. Ну скажи, что. Фрутелла похожа. Да? Правильно. Фрутелла? Да. А я, как всегда, права. Мне кажется, это самый маленький, самый незаметный перекус в школе. Раз, и ластика нет. Все в шоке. Ты его ластик ешь? Вика, ну все в шоке от того, что мы сейчас с тобой ели. Все было очень необычно. Открываем и смотрим. Опа! Линейка. Линейка. Что? Папа, смешно. Найди три отличия, но, конечно, по цвету абсолютно идентичные, но сразу же видно, что вот это вот, Вика, у тебя съедобное. Да, потому что тут циферки, а тут полосочки. Ну да, тяжело было очень сделать такую линейку. Ну а из чего? Вика, открывай, посмотрим. А попробуйте. Мне кажется, какая-то конфетка или что. Не знаю. Она жесткая? Да, очень. Ой, она прилипла, дай помогу. Здесь это карамелька. Ой, она липкая, это точно какая-то. Из какой-то конфеты сейчас дожди. Ох, даже деление тут, посмотрите, сантиметры. На, держи вот так вот. Она чуть липкая вся, держи. Кусай и скажи, что это. Вау! Ну как? Ну обалденная! Сейчас, дай попробую. Попробуй. А ну покажи свой язык. Покажи свой язык. А на что камеру. А что у тебя синий? А, это, наверное, от этого. Плейдо. Плейдо? Ну, там что было у тебя? Что-то синее было. Она такая вкусная. Самая вкусная линейка. А у меня? Нет, Вика, это не линяет. Яблочный вкус. Нет, это свою ешь. Спасибо, я воздержусь. Ну, упс. Покажи. Треснула. Сломала.
Я тебе завидую, Вик. И, ребята, обязательно напишите в комментариях, какая съедобная школьная принадлежность понравилась вам больше всего. И обязательно подписывайтесь на наш канал, у нас всегда весело. Всем пока-пока и до встречи в новом видео. Пока-пока. И дай мне. Да, очень вкусно. И ты. Я не хочу. Да. Опять без меня жрут. Присоединяйся. На, подожди, я выключаю, пап. Я встаю, показываю. На. Всё. На. Ну на, колени, по-настоящему. Ну, по-настоящему.